Открытые перестани Нижнекамске ежегодно привлекают юных спортсменов из близлежащих городов. Турнир памяти Эркена Джабарова уже стал одним из самых престижных детских турниров в Татарстане. В этом году места на пьедестале почета оспаривали более сотни мальчиков и девочек из Чисто, Принабережных Челнов, Альметьевска и Нижнекамска. И Иркен Ганевич всегда работал именно с детского возраста, всех своих спортсменов набирал, доводил до мастеров спорта. То есть как бы мы вот этому все приурочили. И считаю, что уже вот в третий раз подряд проводим, и уже у нас и приезжие собираются. То есть надеемся, что это соревнование вот в данный момент мы межмуниципальные, мы дорастем и до республиканских, и даже всероссийских. Турнир прошел в два дня. Программа была насыщенная. Спортсмены показывали свои умения параллельно на нескольких снарядах. По завершении одного упражнения участники переходили к другому снаряду. В первый день соревновались мальчики. Из четырех комплектов наград по итогам соревнований нижнекамцы смогли заработать 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы. На следующий день к снарядам вышли девочки. Вот, молодец. Основными конкурентами нижнекамцев в этот раз стали представители Набережных Челнов. В итоге из 12 призовых мест воспитанницы первого дю США поднимались на пьедестал почета 5 раз. В условиях высокой конкуренции это отличный результат. У Дарины Журавлевой золото Джабаровского турнира стало 2-й наградой в спортивной карьере. Что самое сложное было? Прыжок. Опорный. Потому что у меня плохо получается. Очень волновались. Ну, это маленькая, она ростом маленькая, так она очень сильная характером. Поддерживали, говорили, что она самая сильная, что все сможет. Есть у нас с ней поговорка такая, побеждает тот, кто борется до конца. Я волновалась, мне было очень трудно, но я справилась. Что было самое трудное? Самое трудное было это прыжок. 3 золота, серебро и бронза. Столько медалей заработали нижнекамские гимнастки по результатам турнира. Всего у воспитанников первого дю США 5 первых мест. 3 раза наши спортсмены поднимались на 2-ю и 3-ю ступени пьедестала почета.